Компьютер для учебы мешает учебе. Опять за компьютером. Со стола убери. Ща уберу. Так убирай. Сейчас. Когда сейчас? Сейчас. Сейчас это когда? Сейчас это сейчас. Я вот сейчас компьютер выключу. Тоже могу что-нибудь выключить. Что ты сказал? Ничего. Кошмар. Как он тут сидит. Бардак такой. Взрослый парень ничего за собой не убирает. Что ты сел-то опять? Кровать заправляй. Сейчас заправлю. Я сейчас компьютер выключу. Короткий путь нашла. Простынь вначале расправь. Так ее не видит никто. Иди отсюда. Ничего сам не может. У тебя тут уже все стирать давным-давно пора. Че ты сел-то опять? Че опять? Ты уроки сделал? Сделал. Показывай. Сейчас сделаю. Так, все делай прямо при мне. Что ты ищешь? Сумка моя где? А я откуда знаю? Ты же мне из школы на своей машине везла. Ну, я виновата. Не, все, я виноват. Всегда я виноват. Вон она валяется у шкафа, ничего на место не убираешь. Тут и есть ее место. Что ты ее тащишь? Возьми нормально, неси. Моя сумка, хочу, тащу. Ты вот когда сам заработаешь, тогда и будешь к вещам как попало относиться. Еще ни на одну вещь сам не заработал. Че, вон я на телефон заработал. И как? Папе машину помыл. За 15 тысяч? Ты вообще что ли ничего не соображаешь? Мы тебе его на день рождения подарили. Че ты цокаешь? Че ты глаза закатываешь? Че ты вздыхаешь? Да что ты цокаешь? Вообще ничего не соображает. Так, ты будешь уроки делать или нет? Вот только не надо отвечать, что сейчас. Нам не задали. Я сейчас отца позову. Козыри пошли. Вот как дала бы. Витя! Что случилось? Не знаю я. Что надо, чтобы он сделал? Уроки. Уроки делай ты. Сейчас сделаю. Ну вот сейчас сделаю. Эй! Ты куда пошел? У тебя сын дубиной растет, непонятно кем будет. А давай спросим. Сынуля, скоро экзамены. Вступаешь во взрослую жизнь. Кем будешь? Сисадмином. Кем? Сисадмином. Это врач, что ли, женский? Сисадмин, он за группу отвечает. Экскурсовод, что ли? Да это когда за компьютером сидишь, а тебе деньги за это платят. Да ты, походу, миллионер должен быть уже. Придумал себе ерунду какую-то. Ничего не ерунду, я все решил уже. Решил он. Вот тебе 18 исполнится, тогда и будешь решать. Ну что, съел? Что молчишь-то? Жду. Я вот сейчас возьму телефон и позвоню твоим одноклассникам. И узнаю, что вам там задали. Какой пароль? Я не помню. Дай сюда. Слышь ты, пароль говори. Сейчас повырубаю там все у тебя. 18, 18. Сильно ждет, 18. Так, сейчас всех твоих одноклассников-то найдем. Так, этот тебя не сдаст, это такой же баран. Так, этот соврет. Вот, девочки. Угу. Оля Семенова, Таня Пищагина, Вика Стародубова. Не надо ей звонить. Опа, опа, а что это случилось? Ничего, не надо и все. Ну, ладно, не буду. Классные пацаны. Кто у них классная? Ну, судя по реакции, у них там Вика Стародубова самая классная.
О, сама звонит. Ответь быстро. Про уроки спроси. А чего вы сидите тут? Вообще-то наш дом, хотим сидим. Да, Вика, ты ничего не звонил. Тебя что от нас, какие-то секреты? Да, видимо, случайно набрал просто. Че ты мямлишь? Про уроки спроси. Да ничего не хотел спросить. Да не звонил я. Да что ты залазила, как моя мама? Ты что там про мать рассказываешь? Мама, жди. Да никто, мама это. Для него мама уже никто. Да не пойду я, меня родители не отпустят. Они вообще жесткие, целый день меня за компа прессуют. Да кто тебе не дает в этот комп играть? Играй на здоровье. Батя еще хоть что-то понимает. Мама вообще мрак. Вот так у нас всегда. Отец у нас святой, а мать как он сказал? Мрак он сказал. Ну-ка, слышь ты, сюда иди. Извиняйся перед матерью. Мама, извини. Да ты мой сладенький, такой хорошенький мальчик, такие щечки. Да такой мама. Сладенький мальчик, такая попка сладкая. Мама! Так бы и укусила эту попочку. Мама, отстань. Мама, отстань. Да ладно, ты успокойся, пусть ребенок поговорит хоть с девчонкой, а не с компьютером. Я не пойду в кино, у меня денег нет. Дам тебе денег. Сколько надо? Вика, подожди. 1000. Сколько? Куда такие деньги-то? Блин, это вообще мрак. Ладно, дам тебе 1000. Ну, после того, как уроки сделаешь. Вика, подожди, я сейчас на громкую сделаю. Что нам на завтра задали? Ничего нам не задали. Дай ему 1000. Спасибо, пап. Угу. Пожалуйста. А ты на балконе когда приберешь? Сейчас. Когда сейчас? Чё ты цокаешь? Чё ты глаза закатываешь? Да чё ты вздыхаешь? Да чё вы вздыхаете все? Невозможно.